Даже пирамидку не ставят, чуваки. Смотрите, он сейчас будет стрелять. Ебать. РПГ и ППшка. Найс. Немножко ситуация улучшается. Может быть, улучшится супер? Нет. Я стенку поставил! Клянусь, блядь! А почему она не поставилась? Еба народ, блядь. Интермармонка вышла на один год. Типа он сам делал, а у меня типа просто там скорее затянулся процесс, потому что им нужно было другие заказы выполнить и так далее. Короче, он типа косвенно немножко делал, а потом уже ближе к августу полностью занялся. Там типа правки, неправки, вот эти вот моменты. Самое, наверное, тяжелое было, это реально музыку подобрать. И мы просто никакую музыку не нашли классную. Я такой понимаю, бля, нужна такая пиздатая драйвовая музыка, которая была в, ну, в оригинальном интро. И я ничего такого классного не придумал, как просто взять и попросить Хопкинса, бля, ебани ремикс, пожалуйста. Ах, как красиво. Давай с тобой. Я мог и второго забрать, если бы не перезаряжался. Не. Блядь, что творится нахуй? Еще один. Даже пирамидку не ставят, чуваки. Смотрите, он сейчас будет стрелять. Ебать. Эйм ассист в деле, скилл на пределе. Не даем выглянуть. Один раз не успел законнектить, второй раз развернулся, законнектил. Бля, понял. Понял. Ебал нормально. Изи же уронить. Полетел. А! Как он попал? Давай в зоне файтиться. Бля, ладно, наплевать на эти патроны. Какая катка? Это вторая катка. Я уже отыграл чемпион. Там 42 ПТС. Сейчас контендер играю. А, кстати, да, бандана ебать светится. Вот, это максимальный этап. Видите, бандана прям длинная и светится. Охрененно вообще. Так, вот я не знаю, как мне с трапой сделать, чтобы нормально влететь. Ух, поставилось, блядь, так вовремя поставилось, это пизда. Я не успел захиляться. И опять я 16-м умираю. О, мэн. Это так обидно 16-м умирать. Найс, найс переход, суперски. Спасибо.
Ник сверху, да? Мышка стрим пока помешала. Ехала. Ебать, что? Спасибо огромное Фортнайту за то, что телепортирует меня нахуй туда-сюда. У меня ресов нет, бля. Кекекс. Кекекс, брат. Ресов нет. Бля, ты меня убьешь, нет, сегодня? Ебать, развороты хуярят. Развороты там хуярят 360. О, минус камера. Ебать, нормально. Повеселились, ребята. Найс. Супер, да, ребят? Вебка вообще вовремя отрубилась. Вот так и знал, что найду тебя. Блять, не то на. Эй, куда летим, брат? Не успел. Слишком запоздал. Зачем он это делает? Бля. Это что? Ебать! Там ему пизда, вообще забейте. А, и мне тоже. Ебать, так ты... А, не-не, подожди! Небольшая банка, драться же буду. Плейт, обои. Бля, ты гонишь? Ты серьезно решил пофайтиться за зоной? Ебать, вот это вообще сейчас максимально тупо было с его стороны. Я же сейчас его душить буду. Ебать, там два чувака. А, его убили. Бля, ты там вообще долбоеб, я не знаю. Бля, ну посмотрите. А че он не строится? У него ресов нет? Может, мы топ все же возьмем? Рано или поздно это должно было случиться, что я возьму топ-1 на турике. Пожалуйста. Это топ-1, братан, это турнир. Это, конечно, возможно, но не в моем случае. Я в Fortnite мало играю, чтобы в турнирах топ-1 брать. Не в моем случае. Не в моем случае. Блядь. Ой, блядь, по жопе. Похуй, захиляюсь. Блин, если я буду файтиться, мне вообще ресов не хватит. Я надеюсь, что зона ко мне. Смотрите. Бля, нахуй ты в камеру стреляешь прям? Ну, если что, Fortnite обновляется. Хорошо. Не, ну мы можем в Тарков поиграть просто, пока ты скачаешь, наверное, в Тарков уже пойду. А, да? Ебать, ну что за бред? Вы видели, как меня это откинуло? Ебать. Тогда позовешь, хорошо. Хорошо, брат. Давай, удачи, да, всем. Спасибо. Бля, у меня стенки от редачи наказывается. Ебать! Стенки от редачи! Блять! Что за хуйня? Почему они от редачины? Бля, сейчас бы таких хуйцов пососал. Блять, я испугался нахуй. Найс, я не знаю, зона прям. Там чел вообще пизда. Мы должны души. Давай, 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 давай. Бля, бедняга, конечно, но, братан. Вот так работает конец зоны. Край зоны, точнее. Это пошел пушить, 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 пошел. Бля, чел, мы тебя тоже начнем душить, ты дурак. Блядь, такой фейл. Бля, не знаю, что-то калаш не хочу я брать. Смотрите, блума вообще нет. Я его скорее, блядь, реально с ППшкой бью, чем с этой хуйней. Бля, перезарядки не было, оказывается. Так, я на ХГ. Yeah. Последний, нахуй. Трапа, трапа, давай.
наконец-то, блядь, чемпион! Ебать, я наконец-то взял топ-1 турики в 11 сезоне. И ниндзя пошел. Как классно, блин, отвечаю, этот скин просто силой дает нереальный, блядь. Такой вайб позитивный. Я почти сейчас реально апну столько же ПТС, сколько и в этом чемпионе, это бред. Бля. Ебать! А что со звуком? Он говно стал. Реально звук говно какой-то. Ебать, нет, 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 пожалуйста. Блять, пизда. Я лучше сдохну. Сейчас, пидран, блять. Я не могу нормальную катку на 7 ПТС взять. Мне нужно 40 ПТС хотя бы тут тоже бахнуть. И будет вообще чики-пуки. Мне хотя бы расположение сундуков выучить. Вообще хуй знает, куда идти. Че, вот эти вот. О. О. Вот шотган и просто идеально будет. Вот просто реально идеально. Это рофл? Что это за бред? У меня третья синяя М-ка. Первый раз еще такую хуйню вижу. 10 любимых скинов. Ну ладно, окей, ниндзя. Дайр. Я буду говорить на английском, если что, потом поищешь. Дэми. Найзница Брута. Подожди. Бля, вы заебали. А, бля. Ну не сосиль, пожалуйста. Я как будто боксфайт играю, М-ка ломаю. Наконец! Иди нахуй, ну ебать! Ну вы заебали душить со всех сторон просто. Так, короче, делаем результаты. Турик сегодня мы отыграли чемпионский. У нас 42 ПТС, топ 3%. Окей, мы забираем приз. 950 хайп. Турик, этот. 34, какой мы топ? Топ 4. Забираем 375. И в итоге, короче, больше косаря мы забираем, найс. Nice.